26 октября 2012 года десятки тысяч правоверных мусульман посетили московские мечети, чтобы помолиться в честь праздника Курбан-Байрам. Несколько раз в году Москва испытывает неудобства в связи с наплывом мусульман в центре города. Но сегодня логистика была продумана досконально. Следует отдать должное полиции. Все было сделано для того, чтобы организовать людские потоки, не создавая лишних заторов. Хотя некоторые улицы все равно перекрыли. Находиться в этом плотно движущемся потоке иноверцев немножко жутковато. Нет, они не агрессивны, просто себя чувствуешь чужим в своем городе. Все прошло корректно, невзирая на уже привычное неудовольствие москвичей. Но приезжие ни при чем. Толерантность хороша, когда соблюдено равновесие в отношениях между субъектами. А тут фиговый листок власти, прикрывающий коррупционную составляющую в миграционной политике Кремля. И это смертный грех, осуждаемый не только православием, но и исламом. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ. Миграционная политика Кремля настолько неадекватна, что неполиткорректные надписи стали появляться даже в вагонах московского метрополитена.